Первая конференция «Информационная безопасность в телекоммуникациях» прошла в Москве в гостинице «Националь». Целью конференции является организация экспертной площадки для обсуждения и выработки возможных путей защиты информации на этапах ее обработки. Мероприятие по информационной безопасности – это первый наш пилотный проект. Я считаю, что программная часть достаточно удачная, и что сегодня будут обсуждения именно тех вопросов, которые сейчас стоят остро на повестке дня. Я рад приветствовать всех участников. Если говорить о нашей конференции, которая сегодня нас здесь собрала, я считаю, что это очень хорошее начало именно работы вот в таком формате, в формате ведомства, в формате отрасли, когда есть возможность обменяться и практическими наработками, рассказать о лучших практиках. Имея опыт применения вот вышеназванных приказов, особенно 213 и 1-го, но, к сожалению, следует констатировать, что они как-то незаметно действуют, нормы этих приказов на сети связи. Раз они никого не возмущают, это настораживает. Надо ли закон об интернете? Или надо отдельный закон о нем? Либо, поскольку он во всех сферах, то смотрим в сторону дополнения, изменений, корректировки тех нормативных актов, которые касаются сферы, и добавления туда соответствующих статей. Надо подтягивать к решению этой проблемы, назовем это условно, общественность, операторов. То есть инициатива может быть и снизу, путем организации неких сообществ. Мы начинаем новый формат с этого года, когда ассоциация будет проводить конференции абсолютно в новом формате, с новым контентом, с новой формой подачи. Мы постараемся такой же формат сохранить и на этой конференции. В первую очередь это, первое, отсутствие рекламы, это актуальность информации и это практические аспекты того, той информационной безопасности, на которой сегодня здесь будет обсуждаться. Самые-самые актуальные, самые важные темы, потому что они требуют не только послушать то, что есть, но относят пристального внимания со стороны участников рынка, потому как вопросы информационной безопасности в телекоме они стоят очень остро, так же, как и в банковской безопасности. Я вижу, что здесь ребята журнала ВИС, он знает активно, то есть участвует в обсуждании, то есть те острые темы, которые в сегодняшний день есть, это и киберпреступность, и фрод. Они очень близки к банковской безопасности, которая ежегодно обсуждается на конференции по информационной безопасности в банковской сфере.